19 августа 1991 в Москве попытка захвата власти через объявление военного положения. Телевидение, не понимая, что ему показывать, повторяет и повторяет балет «Лебединое озеро». Пучисты надеялись остановить распад СССР, но только ускорили его. И знаменитый балет Чайковского оказался аккомпанементом советской агонии. Телевизор слишком громко орёт. Он притворяется твоей головой. Его динамик так похож на твой рот. Моя страна поднялась с колен во весь свой отрицательный рост. Я отрицательно согласен со всем. Вот мой ответ на твой не вопрос. Где вы были 8 лет, ёбаные не люди? Смотреть балет, пусть танцуют лебеди, пусть за озеро свое, где трясется в трепете нах с экрана соловьев, пусть танцуют лебеди. Молчать и делать вид, будто был ни при чем. Лицо кислее, чем крымская алуча. Ты явно чем-то слегонца удручен. Я бы хотел поговорить с тобой, но телевизор слишком громко орет. Он притворяется твоей головой. Его динамик так похож на твой рот. Где вы были 8 лет, ёбаный?